В лаборатории инфекционной больницы запустили новое оборудование, которое позволит увеличить количество проводимых тестов на COVID. Помимо этого, новая автоматизированная аппаратура полностью исключит перекрестное загрязнение образцов. Отмечу, задачу повысить количество проводимых тестов в сутки поставил глава региона. Для этого, в частности, увеличения мощности инфекционной больницы были выделены средства из федерального и областного бюджетов. К слову, уже с прошлой недели в сутки делается более 3000 исследований. В результате мы смогли закупить оборудование, которое нам позволило увеличить мощность лаборатории. Ну и для сравнения, если сравнить с летом этого года, то летом мы могли делать где-то 100-200 исследований в сутки. На сегодняшний день мы вышли на мощность более 700 исследований в сутки. Приобретено две станции автоматической подготовки. Станции немецкие, название Kingfisher Flex. Они открытого типа, позволяют работать с любыми тест-системами разных производителей. Достоинства станции – они обеспечивают точность, они обеспечивают высокую скорость выделения нуклеиновых кислот и белков, обеспечивают высокую производительность.